Так, мы наконец двинулись в путь, заправились, и вот мы едем. Все дело в том, что время 6:44, и мы находимся в деревне Суворово. Да. В декабре я решил купить себе дворники. И я их купил. Но оказалось, они не подошли ни к чему. Я их оставлял и вытаскивал, и что я только с ними не делал? И мы оставили хорошо проверенные старые дворники. Посмотрите на результат. Впереди еще 8 часов езды в путь! Мы проехали развязку в Твери на Питер. Да. Время 8 утра. Мы бобры. И добры. Скоро начнется участок платной дороги, с которым мы ни разу не сталкивались. Кривцу проехали, а когда поедем Крамановой, там, значит, будет дорога платная. Вот мы и на платной дороге. На автомагистрали остановка запрещена. Юра, захочешь, если? Терпи. Хорошо. А смотрим, я дома сходил. Что они тут предлагают нам? Подъезжай. Можно талончик, спасибо. Счастливого пути. И через сколько же нам ехать? А, 350 километров. Еще 350 километров прямой. Увидимся в Великом Новгороде. Утра. После недолгих размышлений было принято решение, что нужно устроить привал. Сейчас мы продолжим путь. Нам до Великого Новгорода 200 километров. Доедем мы сейчас, домчим часа за два. К 12 будем в Новгороде. Так что такие дела. Время 11 часов. И сейчас мужик сдаст нам сдаст. Мы сейчас ехали по М-11 по платной дороге. 5 косарей. 5 косарей? Сейчас скажут. Как нам скажут сейчас. Если что, у меня есть 1000. Здравствуйте. 10 рублей. О, 10 рублей-то есть? Найдется. Спасибо большое, с праздником. Какая вежливая девушка. Живет в водке. В тюрьму. Так, Юра, это не твои деньги, а государство. Красотища неимоверная. Юр, куда? Направо, на распой, куда мы едем? Мы понаправо. Понаправо. Вот. Крестцы. Мы едем в крестцы. В крестец. Ой, а куда конкретно? Юра? Сюда. Первый съезд, да. А вот мы проезжаем Ямскую Слободу. До Новгорода осталось 87 километров. И появилась трасса. Появилась нормальная дорога. Мы выехали из леса. Да. Протяженностью более 30 километров.
намывай тропиду. Мы уже въехали в Новгород через улицу Федоровский ручей. На улицу Газон. Новгород, 859 год. Рюрик в 62-м пришел. Вон церквушки какие. Вот новгородчанка! Мари, что там? А, вот. Да, у нас летит на улице Газон. Да. Там, а, где? Это, собственно, Кремлевский парк и вот. Новгородский Кремль. Прекрасно, мы к нему едем. Прекрасно! В жизни бывает всякое. Аккумуляторы замерзли, не нагревшись. В общем, они у нас сели, как только мы подошли к Рязанскому, к Новгородскому Кремлю. Мы походили по Кремлю самому, побывали в центре, подошли к памятнику, посвященной Великой Отечественной войне, увидели легкий танк Т-70М, да, мне подсказывает диктор, М, вот, значит, теперь время 16:26, все так же счастливый 3 января, едем мы на грани фола, потому что, ну, слегка устали. Едем в отель, планируем быть в 18:04 там, нам осталось 125 километров. Мы недавно проехали Большое Опочивалово, Любино поле. Мы познакомились в Новгороде с Леней. Леня Голиков. Леня Голиков, пионер, герой Советского Союза. Верим в чудо. Будем на связи. В Петербурге уже, наконец-то. Наконец-то в Петербурге осталось 5 заветных километров до нашего отеля. Вот нас встречает такая красивая... Мост. Через реку Неву. Большой Обуховский проспект. Вот так вот. Доброе утро, Санкт-Петербург! Собственно, мы едем в Государственный Эрмитаж. Походу там закутим, вот, было бы чем. Главное, что есть на что. И, о да, это Эрмитаж. Невзирая на все трудности, которые у нас ожидали, все-таки спустя 4 часа мы попали сюда бесплатно. Да, прямо все. Вот такие аудиты. Ой, ну что, время 9 часов, Эрмитаж в 9 часов по выходным закрывается, мы бы и дольше были, не знаю как Юрий, но Юрий прошел и третий этаж пробежал, я только половину второго этажа, и особо важно не знает, где часы механические. Соображаю туго, что уж говорить,
4 часа стояли, 4 часа гуляли по Эрмитажу, вроде восполнили. Сейчас мы попытаемся пойти поесть. Красота в Питере неимоверная. Вот куда ни сунься, везде радует глаз. Вдохновлены, но физически утомлены. Так что вот кивает камера, так что все хорошо, все зарвут, все найс, все excellent. Встретили кого только не встретили, иностранцев, не иностранцев, и общались, не общались. Все хорошо, идем в общепит. В Эрмитаже не снимали, ибо, ну, не до этого было. Купили себе значки Эрмитажа. Очень красиво, символично, на долгую счастливую память. До связи. Января. Мы идем сейчас. Мы идем сейчас на площадь Восстания, а после мы уже отправимся к Казанскому собору. Надо обязательно поглядеть спас на крови и увидеть крейсер «Аврор». Может быть, даже оказаться внутри. Что вряд ли. Еще было бы неплохо на крепость сходить. А, Петропавловская крепость. Но это все мечты и грезы. Так что до связи. Ездили практически все метро, мы посетили несколько торговых центров. Самое важное сейчас, что мы отправляемся и идем наконец-таки на крейсер «Аврора». Завтра мы должны попасть в Спас на Крови, в Петропавловскую крепость и, я надеюсь, еще в Русский музей. И самое еще интересное то, что видео снимается на самой реке. На реке Невья. Ножик может попрыгать, пойти по дну. Но, в принципе, я не очень огорчусь, потому что я завтра не буду. Ну что, мы находимся в Петропавловской крепости. Мы решили выполнить то, что у нас запланировано на завтра, ибо завтра очень много дел. Мы побывали у памятника Петра, где его голова и вообще пропорции дела в естестве, каком он был при жизни действительно. Сейчас мы находимся на площади Монетного двора, где, собственно, происходили либо какие-то марши, как правило, да, либо еще что-то. Если посмотреть чуть поодаль, то мы можем увидеть пушку. Храм. В Спасе на Крови мы заказали, купили билетики, сходили на замечательную экскурсию. Красота неимоверная. Все очень здорово, впечатлены. Впечатлен Пантократом. Это верхнее изображение купола у Спаса на Крови с Христом. Собственно, и про Великую Отечественную там еще много рассказали. Но потрясающе, потрясающе. Посмотрим, чем нас порадует уже виднеющийся издалека Казанский
храм. Побывали в Русском музее, увидели Поленова, конечно же, увидели Нестерова. Поленова «Христос и грешность» – потрясающая картина. Увидели заседание Государственной Думы в Красном зале, таком красивом. Увидели письмо запорожцев турецкому султану. Вот. Тут проход разрешен. Вот. Значит, ну, Юрий еще успел рвануть на третий этаж. Я так и не смог. Мы на Малевича остановили, собственно, его изображение крестьян и жницы, такой потрясающий картин. Сейчас мы направляемся все-таки к крейсеру «Аврора», который в 17.15. Надеемся, что за 40 минут мы все-таки сможем дойти. Идем трудно. Также сочельник, 21.30. Мы едем домой, мы выехали из Петербурга. Счастливый, Юр, ты счастлив? Безумно. Мы пережили за этот небольшой период времени очень многое. Едем, дай бог, доедем. Все будет у нас благополучно, даже не сомневаюсь. Ура! У меня появился другой! Другой город. Город Санкт-Петербург. Чао. Мы едем уже очень долго. Очень долго. Уже 6 часов 13. До Волока. 10 часов пути. Не прошли даром. Мы дома. Юра помирает. Ура!